Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, матч Коста-Рика против сборной Германии. Обязательно пишите в комментариях ваши прогнозы на эту игру, интересно будет почитать и сравнить с реальным результатом. Ну что же, поговорим про две сборные, а именно Коста-Рика и сборная Германии, представители группы Е, и поговорим про все возможные события по этому матчу и, в принципе, по их возможному будущему этих двух команд по истечению 90 минут. Итак, в случае победы Коста-Рики команда попадает в плей-офф чемпионата мира. Вот. Их даже не интересует параллельный матч и итоги этого матча, именно Испания против Японии. Но вот сборная Германии должна рассчитывать на себя, если они обыгрывают Коста-Рику, и в случае того, что японцы проиграют сборной Испании. Тогда немцы выйдут в раунд плей-офф. Вот как-то так, поэтому все более-менее понятно. Мы видим, что в первом тайме уже немцы выходят вперед благодаря голу Лероя Сане, который получил травму в начале группового этапа, но многие удивились, когда увидели его на поле во втором туре, поэтому просто парень либо на уколах, либо просто на морально-волевых уже действует на поле. Как мы видим, не зря его выпустили, гол забил. Но вот еще и Томас Мюллер забивает на 63-й минуте, увеличивает преимущество сборной Германии. И теперь у немцев 4 очка, они сравниваются с испанцами, которые еще, в принципе, свой матч не отыграли против Японии, но уже хорошие шансы на выход из группы. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.